Библейский портал экзегет.ру представляет. Псалом 113. Наша беседа записывается редакцией портала экзегет.ру в Московском Сретенском монастыре. 113-й псалом в синодальном переводе, который, в свою очередь, следует тексту Септуагинты, состоит из двух частей, которые в иностранных изданиях псалтыри, следующих масорецкому тексту, разделяются на два отдельных псалма. Таким образом, с 1 по 8 стих синодального перевода это один псалом в иностранных изданиях, а с 9 по 26 стих это другой псалом в иностранных изданиях. Особенности жанра, композиции, стилистики языка говорят о том, что в древности это были разные по своему происхождению гимны. Так в первой части 113-го псалма прославляется власть Бога над силами природы. Здесь говорится о выходе Израиля из Египта, затем в лирической форме описывается, как убежало море и запрыгали горы. Перед лицом Господа трепещет земля, потому что камень он может превратить в источник воды. По своей структуре первая часть псалма весьма гармонична. Она состоит из 4 строф, каждая из которых из 2 стихов. При этом каждый стих содержит свой внутренний параллелизм. Вторая половинка каждого стиха завершает мысль, начатую в первой половине. Примечательно, что 3 и 4 стихи отражаются в 5 и 6. Автор поэмы придает ей особый колорит и драматизм за счет переходов от настоящего к будущему времени, риторических вопросов, уподоблению стихи одушевленным существам. Только после того, как убежало море, попятился назад Иордан, затрепетали ноги у скал Синайской пустыни, на сцену вышел Господь. Он явился во всем своем величии, как повелитель природы. Поскольку так или иначе здесь воспеваются чудеса, явленные Господом при выходе из Египта, поэму, обозначенную в первых 8 стихах, исследователи также еще называют гимном Ветхозаветной Пасхи. Начиная с 9 стиха, автор от лица общины доказывает сам себе и другим превосходство Господа над языческими богами, идолы которых – дело рук человеческих. Какие-то люди презирают веру Израиля со словами «Где же Бог их?» Эта насмешка говорит о том, что исторический контекст составления второй части 113-го псалма отличается от причин появления первой части. Некоторые исследователи считают, что вторая часть дошедшего до нас гимна более древняя, чем первая, и появилась уже после Вавилонского плена в эпоху восстановления храмового богослужения. В силу того, что во второй части псалма весьма часто употребляется глагол «благословлять» и поминается имя Аарона, напрашивается вывод, что перед нами богослужебный гимн, в котором есть и голос священника. Есть также и антифонное пение храмовых певцов, и заключительное прославление Господа всем собранием верных. Таким образом, вторая часть 113-го псалма может быть названа песнью в честь единого истинного Бога, Бога Израилева. Сила Господа была явлена в заботе о своем народе, и по этой причине сыны Израилевы призваны восхвалять Его. Ну а теперь рассмотрим последовательно стихи сначала первой части этого гимна, а потом второй. Первые стихи 113-го псалма подчеркивают существенный перелом в истории Израиля после исхода из Египта. Дом Иакова стал народом Божиим.
владением и святыней Господа. Израиль жил в земле иноплеменников, как иноплеменник. Слово, переведенное на русский прилагательным «иноплеменный», не встречается в Ветхом Завете нигде, кроме данного псалма. Вероятнее всего, оно означает «странный», «непонятный» язык. Греческие переводчики решили перевести данное слово понятием «варвар», «барбарос», которое первоначально обозначало лиц, говорящих на чужеродном наречии, а затем всех неэллинов, иностранцев с грубыми нравами. Таким образом, псалом выводит на первый план не проблему рабского труда по изготовлению кирпичей для строительных проектов фараона, а проблему языка как средства общения. Вследствие непонимания речи друг друга этническая группа евреев ощущала себя в изоляции. Им было трудно общаться с людьми, среди которых они жили. Иаков упомянут не случайно. Дом Иакова вошел в Египет как маленькая семья, а вышел как многочисленный народ. Он стал святыней и владением Бога. Словом «святыня» часто обозначался храм Божий, святилище, святое место. Это же слово используется для описания людей, которых Бог искупил и назвал своей святыней, отделил их от других народов. Если под святыней здесь понимать народ, значит указанное во второй половине второго стиха «владычество» говорит о том, что Господь после исхода завладел Израилем и таким образом стал его национальным Богом. Два находящихся рядом слова «Иуда» и «Израиль» во втором стихе намекают на Северное царство, которое погибло под ударами ассирийцев в 721 году, и Южное царство, которое прекратило свое существование после разрушения Иерусалима вавилонянами в 586 году до Рождества Христова. Упоминание обеих частей некогда единого народа Божия, вышедшего из Египта, является своего рода ностальгией о единстве 12 колен, единство, которое позволило им увидеть грандиозные чудеса Божии и преодолеть вместе трудный путь странствования по пустыне. В синодальном тексте второго стиха данного псалма сказаны такие слова: «Иуда сделался святыней его, Израиль – владением его». Слова «Иуда» и «Израиль» могут обозначать как людей, то есть определенное колено общего народа израильского, единого народа израильского, так и территорию, земли, в границах компактного проживания этих колен. Когда царство единое разделилось на северное и южное, как мы знаем, к колену Иудову присоединился еще Вениамин, а все остальные 10 колен во главе с Ефремом составили Северное царство. И поэтому нередко Северное царство обозначается в Библии просто словом «Израиль», а Южное царство обозначается словом «Иуда». Итак, Иуда, Иудея, Иудеи – по сути дела это описание одной и той же реальности. Это народ, компактно проживающий на определенной территории. Итак, слова «Иуда» и «Израиль» могут обозначать как представители этих наций, то есть израильтян и евреев, иудеев. Эти слова могут также обозначать колено, то есть определенные племена, входящие
в состав данных народов, и, наконец, территории, на которых данные племена проживали – Северное и Южное царство. В 3-4 стихах история исхода оживает с поразительными поэтическими украшениями. Перед нами три самых важных для автора псалма чуда, связанных с выходом из Египта. Во-первых, это пересечение моря. По книге «Исход» сильный ветер дует всю ночь, чтобы прогнать море. Море как будто сопротивляется, не хочет уходить. Ветер его заставляет уйти, прогоняет. А в псалме, напротив, море само увидело и убежало. В 76-м псалме глаголу «увидеть» добавляется определение «тебя». Автор псалма удерживается от упоминания имени Господа, потому что Бог явится читателю только под занавес, под конец драмы, разворачивающейся в псалме. Во-вторых, река Иордан – последнее препятствие перед входом в землю Ханаанскую. Иордан поворачивается назад. Здесь также видна поэтическая аллюзия на историю о том, как воды Иордана остановились стеной перед тем, как израильтяне перешли на другой берег реки по дну, как по суше. Это описано в книге Иисуса Навина. Но если в книге Иисуса Навина рукой Божией совершается чудо, и часть воды стекает в Мертвое море, а часть воды останавливается стеной, то здесь Иордан субстантивируется. Он сам как будто поворачивается лицом вспять. В-третьих, горы и холмы. В псалме они танцуют и прыгают, как испуганные бараны или ягнята. Когда Господь сходил на гору Синай, она сильно колебалась, как будто происходило землетрясение. Образ трясущейся горы находит продолжение в преддверии рассуждений о горах и холмах Ханаана, пораженных пришествием Бога Израилева. Каждое чудо, описанное в данном разделе псалма в 3-4 стихах, подчеркивает, что все препятствия, которые могли стоять на пути Бога, были перед Ним абсолютно бессильны. Следующие два стиха на древнееврейском языке составляют вопросительное предложение с начальным выражением «Что с тобой?». Мы могли бы перевести по-другому. Почему? Что случилось? Псалмопевец живописует движение моря и гор, как будто сам рядом присутствует и видит все происходящее своими глазами. При этом в его вопросе нет иронии. Силы природы испытывают страх перед появлением Господа. После вопроса, обращенного к морю, Иордану, к горам и холмам, псалмопевец обращается к земле. Вероятно, к земле обетованной, данной Богу своему народу. Земля призвана дрожать, 7 стих. Бог Иакова силен, он наводит страх и трепет. В то же время, как подчеркивает заключительный стих псалма, он милостивый к людям. Когда во время странствования по Синайской пустыне у евреев не хватало воды, и они испытывали острую жажду, в месте, называемом Кадес, Моисей, по слову Господа, ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды. Совершилось чудо. Вода в изобилии потекла из сухих и твердых камней, чтобы насытить людей и скот. Используемый здесь глагол со значением «обращать», «поворачивать», «превращать» – 8 стих – стоит в настоящем времени. Таким образом, собранная в храме община может поразмыслить не только над чудом явления силы Божией в древние времена, когда Моисей ударил жезлом по скале, но и над событиями настоящего.
проходящими перед глазами верующих. Так каждый акт поклонения Богу объединяет прошлое и настоящее, дает надежду на светлое будущее. Это напоминает слова апостола Павла, произносимые в наши дни священником за каждой божественной литургией. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа будет со всеми вами. На этом мы могли поставить бы точку, но поскольку русский синодальный текст продолжается, мы продолжаем с вами размышления о 113-м псалме. Текст 9-26 стихов в иностранных изданиях Псалтыри представляет собой отдельный псалом. Особенность этого псалма проявляется уже в первых стихах. «Не нам, Господи, не нам». Община верующих сталкивается с проблемами, которые выходят за рамки ее возможностей и ее полномочий. Поскольку критике подвергается не тот или иной недостаток или особенность общины, критике подвергается значимость имени самого Господа. Честь и достоинство Бога может отстоять только Он Сам. Однако можно спросить себя, в каком случае пречистый Бог нуждается в том, чтобы перед кем-то очищать от поливания грязью свое всесвятое имя? Пророк Иезекииль дает нам такую подсказку. Бог тогда являет святость своего имени, когда оно пачкается сынами Израилевыми вследствие их недостойных поступков. «Не для вас я сделаю это дом Израилев», говорит Бог устами Иезекииля, «а ради святаго имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли». Может возникнуть вопрос, о каких недостатках народа Израилева может вестись речь? Почему Господь очищает свою славу? Почему в 9 стихе мы встречаем такие слова: «Не нам, Господи, но имени Твоему дай славу»? Идея, выраженная в 9 стихе 113-го псалма, перекликается с молитвой «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». По сути дела, начало молитвы «Отче наш», оно стоит на той же богословской позиции, что и исследуемый нами сегодня псалом. В комментариях святых отцов мы находим следующий ответ. «Бог свят по природе, Он свет и пребывает во свете. Он отделен от греха, не причастен греху, нет тени тьмы в нем. В нем нет и перемены. Он всегда был, есть и будет. Свет и абсолютная белизна. И, следовательно, тогда его святость пачкается и марается, когда мы, люди, призванные быть носителями его света и отражением его славы, поступаем недостойно своего призвания. Поэтому, когда мы ведем речь о том, чтобы светилось имя Его, мы прежде всего имеем в виду, чтобы в нас светилось имя Его, чтобы мы, носители имени Божьего, как Новый Израиль, как дети Божии, были достойны той славы, которую Он уготовил любящим Его. И, следовательно, Богу не безразлично, будем ли мы чисты и святы или нет, поскольку Он желает, чтобы созданный им Адам был чист, чтобы потомки Адама вернулись в рай. Следовательно, конечно, Он беспокоится о том, чтобы верующие люди, они очищали себя от грязи, чтобы сама репутация Бога отличалась от репутации языческих богов. И тем она должна отличаться,
что он поступает не так, как боги. Он милосерд и сострадателен каждому человеку. Но почему же Богу важно, чтобы носители его веры, они очистили свою репутацию? Потому что люди, не знающие Бога, узнают о нем через проповедь тех, которые призваны к благовестию. То есть божественный человек, носитель Бога, о Боге проповедует. Христианин своей жизнью проповедует и свидетельствует о Христе. Если жизнь такого верующего не соответствует тем постулатам веры, о которых он говорит, то тем самым имя Бога хулится среди язычников. И поэтому большое внимание в нашей теперешней аскетической практике, практике исповеди, уделяется заботе человека, призванного к проповеди Евангелия, о себе. Потому что только тогда, когда ты сам будешь чист, ты сможешь чисто засвидетельствовать другим о своей вере. Насмешливые слова иностранных народов ставят под сомнение всю религиозную систему поклонения Господу как Богу. Издевка язычников «Где же Бог их?» намекает на то, что якобы Господь не проявляет никакой активности в жизни еврейской нации. Пророк Иоиль вкладывает эти слова в уста священников, которые плачут между притвором и жертвенником, сетуя на то, что наследие Господа предается поруганию среди языческих народов. Ответ на поднятый в 10 стихе вопрос раскрывается в последующих 6 стихах. 11-16 стихи. Возможно, что адвокатом Бога в данном псалме выступает голос священника. «Бог наш на небесах». Это не значит, что Он летает где-то над облаками, вдали от всего происходящего на земле. Скорее, этот тезис утверждает, что Бог независим от кого-либо. Он выше каких-либо сил во Вселенной. Он царь мира, а не его слуга. Он творит все, что хочет. Но это не значит, что Он проявляет себя как капризный самодур. Он делает то, что желает, но в центр его желания – благо для человека. Когда сатана искушал Сына Божия в пустыне предложением превратить камни в хлеба, полететь на крыльях ангелов или завладеть миром, Христос ответил решительным «нет». Но когда к нему пришел прокаженный с просьбой: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить?» Иисус ответил: «Да, хочу, очистись». Воля Отца Небесного есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную и обрел воскресение. Следовательно, Бог желает человеку добра и творит добро. 12-16 стихи высмеивают рукотворные изображения богов, названных здесь идолами, истуканами. Таких серебряных и золотых истуканов можно было встретить не только среди филистимлян. Жителей Вавилона, Самарии, но даже среди членов колена Ефрема и колена Иуды. Вот как описывает пророк Осия одного из таких кумиров, которые сделали себе на грех израильтяне. «Сделали для себя литых истуканов из серебра своего, по понятию своему, полная работа художников. И говорят они приносящим жертву людям: целуйте тельцов». 5 стихов 113-го псалма, описывающие идолов, почти под копирку повторяются в 134-м псалме. Описана здесь характеристика идолов не похожа на серьезную дискуссию с представителем другой веры.
За указанными здесь идолами мы также не видим каких-либо ангельских или демонских сил. Перед нами сатира над теми людьми, которые совершают поклонение перед бездушными, резными или литыми изображениями. Изображениями из дерева, камня, меди, серебра или золота. Если провести параллели с современностью, такое поклонение напоминает магическое отношение суеверных людей к разного рода оберегам из чеснока, например, или лошадиных подков, которые вешаются над входом в квартиру, талисманов в виде камней, которые сами по себе должны якобы оберегать жилище, восстанавливать здоровье или прочищать чакры. Создание и поклонение таким рукотворным башкам, кумирам, которые не видят и не слышат, и не едят, и не обоняют, было запрещено законом Моисея и высмеивалось пророками. Когда, говорит Господь, языческие боги в лице идолов молчат. То, что они не могут видеть, видит Господь. То, что они не могут слышать, слышит Господь. Их руки не могут чувствовать, но руки Господа чувствительны, сильны и созидательны. Поэтому люди, которые доверяют языческим богам, совершают глубокую ошибку. Со временем окажутся они такими же холодными и ограниченными, как их боги, которых они создали своими руками. Итак, используя иронию, автор псалма подчеркивает: доверять Богу можно, но только одному Господу. В 12-16 стихах данного псалма речь идет о том, что идолы, кумиры, не могут видеть, слышать и осязать. У них нет глаз, чтобы видеть, у них нет ушей, чтобы слышать, у них нет рук, чтобы осязать. Конечно, описываемые здесь рукотворные изображения богов не похожи на критику Иисуса Христа фарисеев, когда он их упрекает, что они глаза свои закрыли, сомкнули, и уши свои заткнули также, чтобы не видеть и не слышать. Все-таки, наверное, было бы некоторой натяжкой проводить аналогию между фарисеями и изваяниями богов, которые не претендовали на то, чтобы быть подобиями обычных смертных и страстных людей. Перед вами на ладони руки пожилой женщины, статуэтка женщины. Эта рука на фотографии, скорее всего, принадлежит известному израильскому археологу Эйлат Мазар, которая делала исследование недавней находки одного еврейского 7-летнего мальчика, который нашел статуэтку, датируемой 14 веком до Рождества Христова. 14 век до Рождества Христова, и перед нами вот такая каменная статуэтка. Вот, известняково, вероятно, там такая порода рыхлая. С левой стороны два изображения, в которых мы видим следы золота, изображение бога Ваала. Так некоторые исследователи предполагают, что перед нами изображение Ваала и Астарты, Аштерот, богиня плодородия, ханаанская богиня, вот, которой поклонялись еще до освоения израильтянами земли обетованной. В книге Осии и в меньшей степени у Иеремии можно найти много саркастических высказываний в отношении того, как создавались это рукотворные изображения. В частности, Осия пишет: «Вот дровосек, он выращивает дерево или просто срубывает какое-то готовое дерево. Часть этого дерева отправляет на дрова, топит этими дровами печь, жарит на этих дровах мясо, и это мясо есть.
часть дров пускает на какие-то другие нужды. А из оставшихся щепок делает Бога, перед которым потом преклоняет колени и говорит: «Спаси меня». Осей издевается над тем, что Бог создается из остаточных материалов, по сути дела из брака, который ж даже на дрова не оказался годен. То есть получается, что лучшая часть материала пошла на топку, чтобы пожарить мясо, а худшая часть материала, сучок, стала предметом для будущего поклонения. В этой издевке пророка мы видим не только отражение некой реальности того, из чего порой и сейчас люди создают себе кумиров. Но представь себе, какая-то кобыла, которые прибили к копытам новые подковы, бегала-бегала, сносила эту подкову, стала она никуда не годной. Кляча померла, подкова заржавела. И вот какой-то странник, находя в отходном месте конюшни, эту подкову, отмывает ее как-то там ферри или не знаю чем, и вешает ее при входе в свой дом. Страшно сказать, где бегала эта подкова и какой у нее был первоначально запах. Но человек перед ней чуть ли не кланяется, называет ее золотой, удачу она приносит, вешает себе на шею зубы. Бедный зверь, который на старости лет потерял свою челюсть, может быть, потому что уже плоть его сгнила, собаки, что не захотели, то доесть, доели черви. И вот нашел такой хиппи, это зуб дракона, помыл, может быть, пиджак свой почистил и повесил себе на грудь, возле сердца своего. Повесил тот зуб, который, возможно, питался падалью, отходами. Может, это был звук какой-то породистой собаки, а может, это был зуб какого-то хрюнделя, который питался остатками человеческой жизнедеятельности. И вот этот зуб приносит в кавычках счастье. Ну, конечно, подобные идолы – смех. Смех и грех. Больше греха, чем смеха. Но обращая внимание на маленький размер, я хотел бы провести параллель с теми башками Лии, супруги Иакова, которая спрятала их под седлом. То есть нам порой бывает хочется нарисовать ханаанских богов, как на Руси, в виде какого-то большого столба, который стоит где-то там на высоте, в три человеческих роста, со страшным грозным ликом, который всех путников, особенно во время дождя, когда гром и молния, устрашает. Но в реальности то, что мы с вами видим в археологических музеях, и то, что откапывают археологи, это очень маленькие статуэтки, которые помещаются на ладонь. Вот эта малость кумира, она в какой-то мере служит для нас иронией того, насколько мал и сам Бог, что на самом деле ему не потратили 10 тонн золота, чтобы его отлить, а выбили у какого-то злодея пару зубов, смешали с какой-то медью, отлили какого-то такого кумира, и потом ему поклоняются. То есть богам не жертвовали очень много и не тратили на них драгоценные металлы. То есть если сравнить с современным убранством наших православных храмов, некоторые храмы в честь новомучеников украшены достаточно дорогими каменями. Там можно встретить и драгоценный мрамор, какой-нибудь там агат, изумруд и так далее, и так далее. Особенно на украшении икон. Это никак не сравнится с тем, как украшались языческие капища или сколько денег тратили на своих, в кавычках, небесных покровителей местные ханаанские жрецы. Кстати, подобную иронию,
что богам не особо много жаловали, описывает святитель Василий Великий. Я сейчас не готов сказать, в каком сочинении, но в частности это было во времена Юлиана Отступника. А в Кесарии очень много людей ко времени Юлиана, то есть уже ко второй половине IV века, обратились в христианство. Так что языческий жрец уже был большой редкостью. И вот когда Юлиан решил воскресить языческие обряды, он столкнулся с тем, что не особенно-то спешили в языческие храмы. Ну а поскольку местным жрецам все-таки хотя бы на показ надо было совершить жертвоприношение, то Василий Великий подсмеивается над тем жрецом, который взял хромого гуся, ну то есть, что было ему не жалко, и бежал заклать в присутствии Юлиана. То есть он не поволок за собой откормленного теленка, не повел стадо баранов, а взял вот то, что там на дворе громче всех кричало, и, может быть, ему по ночам мешало спать, схватил за шею этого гуся, может быть, наверное, самого старого, но и вот то, что не жалко, собирался в присутствии отступника вознести богам. Вот так. Итак, башки были маленькие. Башки были маленькие, человекоподобные или нечеловекоподобные. Вот, ну и сейчас мы встречаем такие башки. А порой бывает, эти башки были с какими-то, ну, если речь шла о плодородии, с какими-то преувеличенными, порой бывало, формами в отношении сексуальности. Если это были башки мужчины, то там у них в руке могло быть какое-то копье или меч, то есть у них какие-то были воинские доспехи, тоже какие-то качества усваивались. В современной практике, к сожалению, можно встретить в некоторых маловоцерковленных семьях, которые побывали в Индии, где-то там поклонились Харе Кришне, заодно привезли оттуда статуи жирного Будды, и потом трут его пуза, говорят, это приносит удачу. Вот так что поклонение таким богам можно встретить и сейчас, этим кумирам. Но я нарочно оставляю в стороне дискуссию об иконопочитании, потому что те фундаменталисты из протестантов, которые пытаются ссылаться на подобные тексты, борясь иконопочитаниями, они как-то оставляют в стороне, что в данном случае вообще никакой речи о догматике не ведется. Вообще вопросы вероучения не поднимаются. Перед нами исключительно обрядовая сторона тех ложных культов, когда та или иная вещь сама по себе начинает мыслиться как имеющая магические свойства. Мне, в частности, как священнику, достаточно часто приходится спорить с некоторыми православными крестными, которые приходят на крещение с красными ленточками у себя на запястье. Сколько я их не убеждаю, что это чушь четвероногого, вот не помогает. Они говорят, вот нам на Святой Земле это дали. Я уж не знаю, кто там это придумал на Святой Земле. Это как тесто блаженной Матроны, которое ничего не имеет общего с чином почитания блаженной старицы. И помимо вот этих всяких красных ленточек, что вешают сейчас на руку, вот, много и других есть амулетов, причуд, там какую-нибудь там змейку в год змеи, перстень обязательно с каким-то перитом или яшмой, а лучше дома возле иконы еще какую-нибудь египетскую пирамиду поставить из какого-то агата. Вот такой бредятины много. И, к сожалению, это суеверие сейчас очень популярно. Так вот, это суеверие с верой не имеет ничего общего. И наше почитание нательного крестика или иконочки, оно принципиально отличается от того, как люди магически с предубеждением относятся к подобным языческим культовым предметам. Храмовые певцы призывают уповать на Бога, дом Израиля, дом Аарона и боящихся Господа. Каждое из этих обращений из 17-19 стихов имеет своих адресатов. Всех израильтян, священников и неевреев, которые присоединились к общине.
Примерами таких боящихся Бога неевреев являются муавитянка Руфь и сириец Нейман. В апостольские времена словосочетание «боящиеся Бога» стало типовым описанием прозрелитов, присоединившихся к иудаизму. Выражение «боящиеся Господа» в контексте данного псалма, скорее всего, указывает на всех вообще молящихся в храме людей, включая и мирян, и священнослужителей. Трижды в этих стихах мы слышим призыв «уповай на Господа», и в каждом случае ответ один – «Он – наша помощь и наш щит». 20-23 стихи представлены в форме священнического благословения. Глагол «благословлять» употребляется в этом разделе 5 раз. Такое благословение священника не пустое, оно основано на заверении «Господь помнит нас». 20 стих. Помнить в данном контексте означает нечто большее, чем просто припоминать, вытаскивать из памяти. Речь идет об активной позиции Господа по отношению к своему народу. Он не забыл, он рядом, он готов прийти на помощь. Творец неба и земли дает какие-то ощутимые благословения, обогащает жизнь людей независимо от их статуса. Фраза «малые с великими» из 21 стиха дает возможность говорить о диаметрально противоположных людях как в отношении их иерархического положения в обществе, так и в отношении их роста или даже возраста. Господь прибавляет благ более и более, так что хватает и им, и их детям. Некоторые толкователи полагают, что указанное в псалме «прибавление» относится к увеличению потомства, в результате чего семьи становятся большими. Таким образом, сами дети воспринимаются как дар свыше, величайшее благословение от Бога. Опираясь на слова «небо и земля», псалмопевец проводит разграничение между сферой ответственности Бога и человека. Небо – место обитания Бога, земля – место обитания людей. Ниже поверхности земли лежит безмолвный мир мертвых. Из мрака преисподней никто не хвалит Господа. В данном псалме, в 24 стихе, когда речь идет о сынам человеческим, вероятно, подразумеваются люди вообще, человечество в самом общем смысле. То есть перед нами три реальности. Есть место обитания Бога – это небо. Туда человек не вхож. Есть место обитания людей – это поверхность земли, земля. Есть то место, где нет жизни ни Бога, ни людей. Это преисподнее. Там вообще жизни нет. И выходит, что есть некая иерархия жизненности. Там, где-то в Шеоле, полный ноль. Ни света, ни тепла, ни пространства. Тесно, холодно, тьма кромешная и скрежет зубов. Есть поверхность земли, где солнышко своими отблесками греет, но есть день и ночь. Есть небо, где обитает Бог, где один свет, где один день, где абсолютно тепло и радость. И вот для людей древности, так или иначе, жизнь – это когда ты живешь посередине. Ты не можешь попасть на небо. Никто туда не восходил. В Евангелии так и пишется. Никто не восходил на небо, только Сын Человеческий. Кстати, апостолы делают на этом акцент. В противовес той апокрифической письменности, в частности, енохической литературы, которая появилась в 3-м, 2-м, 1-м веке до Рождества Христова. Нет, только сшедший с небесе Сын Человеческий, Он восшел на небо. И так есть небо, где Бог, есть земля, где люди,
есть преисподняя, где ничто, ноль. Нет памяти о Боге, о Боге там, нет возможности Бога восхвалять там, там просто ничто, абсолютный ноль. И только с Нового Завета, особенно это подчеркивается ярко в Откровении Иоанна Богослова, мы видим принципиальную трансформацию вот этого бытия человека в мире. И после того, как Агнец заколается нашего ради спасения, первенец из умерших, который открывает путь к воскресению всем, мы видим и старцев, и мучеников в белых одеждах, которые радуются и славословят Творца в небесном Иерусалиме, где тьмы нет и ночи нет. Итак, мы видим открытую дверь. Дверь, открытую в рай, и этот рай называется небом. Это принципиальная разница и водораздел. Только со смертью и воскресением Иисуса Христа эта реальность, она становится для человека доступной. В данном псалме мы встречаем разницу в переводе. То есть древний еврейский текст, он указывает на то, что небо Богу принадлежит. Итак, небо – небо Господу. В тексте оригинала дважды употребляется одно и то же слово, и, по сути дела, мы имеем дело с именным сказуемым. Если говорить о грамматике языка, то перед нами два существительных, одно из которых выполняет роль сказуемого. А вот в древнегреческом языке там употребляется такой оборот, в котором одно из слов является зависимым от другого и служит ему определением. И в этом случае мы в 24 стихе видим указание не просто на то, что небо Господу принадлежит, а о том, что у Господа небо небес, или самое небесное из неб. И отсюда славянская игра слов «небо небесе», «небесное небо». Или по-другому мы бы сказали бы «второе небо». В иудейской апокалиптике межзаветного периода, в частности, в таких апокрифах, как книга Еноха, описываются разные уровни этих небес, разные состояния, статусы, разные места, где может обитать праведник на том свете. При этом, согласно этой апокрифической письменности, эти уровни небес – это не иные миры, но а некая такая аналогичная с землей иерархия. Как мы бы сказали бы о том, что на земле есть место под горой, на середине склона горы и на вершине горы. Но гора – это трехмерная модель или трехмерная реальность некого единого общего мира. И поэтому в апокалиптической литературе, и, вероятно, об этом в этом же стиле пишет и апостол Павел, когда он говорит о седьмом небе, он говорит не о некой седьмой реальности, а о некой запредельной для человеку сверхвысокой реальности мира иного, того, что мы называем небесным царством или просто небом. Вот так. Если проводить аналогии между псалмом и апостолом Павлом, то только в греческом тексте мы можем увидеть какую-то проекцию на развитие данной мысли, что у небес есть иерархия, что там есть какие-то свои многие обители, о чем пишет апостол Иоанн, о том, что у Отца моего обителей много. Но в псалме данная идея не развернута, не представлена, поэтому остается только предполагать, догадываться и интерпретировать те или иными способами. Разница в стилистике текста говорит не о том, что в данном тексте перед нами раскрывается пересказ исторических событий, последовательность самой молитвы, ответы на нее,
условия ответа на молитву и так далее. Весь этот гимн, который построен в поэтической форме, он играет словами, настоящим и будущим временем, тем самым как бы меняются и исполнители, роли тех, кто что-то поет и читает. И тем самым настоящее с будущим, они как бы перемешиваются. Есть еще одна проблема в таких текстах. Проблема связана с переводом. Дело в том, что так называемое будущее время у нас, а как правило, в древнееврейском языке в тексте обозначено перевернутым имперфектом. И в поэтической форме этот перевернутый имперфект может переводиться как настоящим временем, так и будущим. Это можно уловить только по контексту, по подобию в других фразах, но и интуитивно, как это улавливает переводчик. И поэтому в специальных справочниках по переводу библейских текстов на разные языки, например, очень хорошие есть такие англоязычные справочники объединенных библейских обществ, United Biblical Societies. И там, в частности, мы встретим как минимум 2-3 рекомендации, как лучше перевести настоящим или будущим временем. И так, возможно, и та, и другая форма. Перед нами поэтический текст, который не столько нам говорит о том, что Бог услышит, если мы будем уповать или молиться, сколько поэтический текст, который передает нам вот этот характер взаимоотношений. Поскольку Бог, Он нас любит, Он нас всегда слышит. Поскольку мы на Него уповаем, мы все время с Богом. Вот примерно так. Вот пусть уповает Израиль на Господа, потому что наш щит и наша помощь. Вот с другой стороны, Он нас благословит, потому что Он нас Творец и земли. А в конце мы будем благословлять Бога. То есть получается, что не только Он нас благословит, но еще и мы Ему воздадим славу в 26 стихе. Мы как бы вернем Ему это благословение. Но если мы воспринимаем слово «благословение» исключительно в формате земных благ, как часто это в профанном, так сказать, контексте употребляется внутрицерковной среде сейчас, «благословите поесть», «благословите поспать», «благословите едой», «благословите подарком», то тогда возникает вопрос, а как мы Бога можем благословить, если Он не нуждается ни в нашей еде, ни в сне, ни в наших подарках. Поэтому здесь нечто большее в этом благословении. Это сам характер взаимоотношений. То есть благоволение Божие в результате выражается и в земных благах. Но самое главное – это Его расположение к нам, Его расположенность к нам. И наоборот, что мы Богу можем воздать? Чистую свою совесть, сердце, может быть, еще свечку какую-то мы поставим. Обычно подешевле люди берут. Обратите внимание, что дешевые свечки, они быстрее расходятся, чем дорогие. Это, к слову, о тех кумирах, сколько на них тратили древние люди. Вот. У нас же сейчас десятину никто не платит. Платят чуть-чуть совсем, 3 копейки, когда совсем плохо. Кстати, между прочим, как-то я делал мониторинг и пытался выяснить для себя, почему столько много имен люди у нас записывают синодики, приходят, жертвуют. Конечно, я радуюсь, потираю ручки, что пришла очередная десяточка рублей, тысяч. Вот. А потом задаюсь вопросом, почему не к соседям? Отправил на разведку студента, походил, поузнавал, и выяснилось, оказывается, у нас запись синодики дешевле. Дешевле. А в других монастырях дороже. То есть люди пришли к нам не потому, что у нас там святые старцы, не потому, что здесь суперблагодатное место. Мы же не такие благодатные, как Дивеево, там Серафим Саровский, Канавка там, или Почаев, там, где стопочка Божьей Матери, там обитель на небеса сразу возносится в случае любого страшного суда. У нас нет, мы на Большой Лубянке, мы прикованы к земле, наш храм в небо не улетит. Вот. И так получается, что главным мотивирующим фактором оказалась стоимость. Дешевле. И людям не лень тратить много времени, 2 часа ехать на метро, чтобы написать имя здесь,
только потому, что на 10 рублей дешевле. Вот видите, как люди меряют благодать сейчас. Все с калькулятором. Вот. Так вот, что мы можем Богу воздать? Записочку на свое имя записать. Ну, как бы это же я не Богу деньги пожертвовал, а на храм. Вот. И получается, что, по сути дела, за этим благословлением стоит благоволением, расположенность. А все остальное уже приходит вследствие. Если я действительно Бога благословляю, то, по идее, я должен приносить какие-то плоды этой своей хвалы Богу. Ну, не знаю, храм какой-то построить, там, в миссионерскую поездку на север съездить, починить хотя бы какую-нибудь там разваливающуюся часовню. Но что-то такое Богу послужить, ну, реально, нелицемерно. Вот какой-нибудь паникодила в тюремный храм приобрести или где-нибудь в больничке помочь батюшке, чтобы он там иконостас какой-то смастерил. Потому что там, как правило, в этих датируемых храмах там совсем денег нет, там люди приходят, только просят, ничего не дают. Вот. А поэтому вот игра слов, которую мы встречаем в данном псалме, будущее, настоящее время, это вопрос жанра. В данном псалме автор, он перед нами, ну, строит некую театральную постановку. И он-то обыгрывает, там вот у него побежали горы, побежал Иордан, вот какие-то декорации меняются, поэтому он как бы использует этот особый такой поэтический жанр для того, чтобы менять декорации. Будет, было, было, будет, вот и все. Конечно, я, может быть, допустил неосторожность, что привел такое сравнение, исходя из своей производственной практики, но привел сравнение не в силу того, чтобы поставить критике или сомнению храм новомучеников, исповедников Церкви Русской на Лубянке, а в силу того, чтобы показать, как порой меряет человек свои отношения с Богом. Я могу заострить внимание еще на большей проблеме, на проблеме, на которой я сейчас не хотел бы давать какой-то развернутый пространный диалог, на проблеме того, чьи обязательства содержать храм с коммунальными услугами, со всей его структурой. Проблеме того, что призыв с амвона, а я встречал многих таких священников, которые отменили какую-либо тарификацию пожертвований за записки. Призыв: люди, помогите там в воскресной школе купить парты, стулья, помогите отремонтировать окно. Некоторые батюшки при входе даже вывешивали такой список необходимых изделий, что нужно в ближайшее время со стоимостью, при этом все через кассу, официально, все белое и пушистое. Например, отремонтировать ступеньки, чтобы могли подниматься туда инвалиды, сделать какие-то направляющие. Стоит столько-то, вот, пожалуйста, жертвуйте там по таким-то реквизитам. Отремонтировать двери входные тоже столько-то туда. Народ не бежит. Это наша реальность. Вот есть некое отношение, общепринятое, особенно у прихожан, типа захожан, что тут нечто продается. И сколько мы с этим не боремся, менталитет этот мы не можем изменить. Люди все равно хотят увидеть стоимость этой молитвы, вместо того, чтобы сказать себе, что на самом деле Бог с его благодатью стоит гораздо дороже, что ты должен не просто свечку купить в благодарность Творцу, что спас тебя там, не знаю, от бомбы где-нибудь в вооруженном конфликте в Сирии, а что ты жизнь свою должен Богу теперь посвятить с этого момента, Богу сердце твое пожертвовать, но это оставим в стороне. Но тут я должен сказать в плюс нашему богато украшенному храму по сравнению с языческими башками, что все-таки в нашей, особенно русской православной среде, люди для Бога ничего не жалели. Сами жили в землянках, в деревянных низких хатах, зато строили белокаменные соборы и украшали их самыми драгоценными каменями, которые только были. То есть, собственно, в русском православном народе это такое благочестие отдать Богу самое лучшее имело место быть. И по обету жертвовали не только свечки, но и строили церкви. Таких церквей обетных на севере сохранилось много, потому их в целом там много и сохранилось много, что люди в целом были более щедрые и по отношению к Богу больше уделяли внимание тому, чтобы побеспокоиться о храме Божьем. Между небом, которое содержит все, и преисподней, где нет ничего, на поверхности земли живут люди. Они благословляют Господа за саму возможность жить.
благословляют отныне и вовек. Поскольку для древних людей это вовек ограничивалось периодом жизни, поэтому отныне и вовек древними евреями, скорее всего, понималось как «на протяжении всей моей жизни». Намек на то, что у небес есть своя многоступенчатость, появляется в древнееврейской письменности только с межзаветного периода, когда создатели апокрифических апокалипсисов начали размышлять о разных состояниях души после смерти. Греческий перевод первой части 24 стиха уже отражает эту идею иерархии небес. Если в древнееврейском тексте «небо» просто усваивается в собственность Господу, то в Септуагинте подчеркивается, что место обитания Господа – это небо небес, небо небесе по славянскому тексту. Особое второе небо, которое стоит за гранью видимого человеком первого неба. А у апостола Павла, послания которого также дошли на греческом языке, мы видим уже идею восхождения к некому седьмому небу. В первой части 113-го псалма есть ссылки на исход из Египта. Описываемые там образы стали поводом для использования гимна при совершении еврейской Пасхи. Вторая часть псалма также чествует благо Бога, который внемлет воплем своего народа, и поэтому в литургической практике соединяется с первой. Перед лицом Господа неба и земли религиозная и политическая мощь Египта, его волхвы и армия оказались бессильными. Бессмысленно вверять себе кумирам, какие бы они ни были, будь то идолы, деньги, людская слава или общественное положение. Все эти творения рук человеческих – ничто по сравнению с той неизреченной славой, которую апостол Павел описывает в следующих словах. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Та идея, что тот век может принести новую жизнь и радость, станет тем светом, где человек уже не будет ни алкать, ни жаждать, и не будет палить солнце и никакой зной, кристаллизируется уже по сути в христианстве. Только с победой Агнца верующий человек получил доступ к небу и после смерти уже не спускается в могилу, но восходит в небесный Иерусалим, как о том пишет Откровение Иоанна Богослова. Благодарю за внимание.